Запись дубля Яудер, я отыграл из Dinner Survival, прохождение с нуля, уже, наверное, 21-я часть, да? Нехило так, на самом деле. Сегодня мы продолжаем выполнять дальше задание дневника выжившего, и я... Сейчас прочитаю, посмотрю задание. 20 любых зомби на фабрике, это, наверное, будет уже невозможно выполнить, потому что фабрика у меня уже активна. Я ее, наверное, вчера или позавчера активировал, не помню точно. 20 зомби на старой ферме. Еще раз на старую ферму и... Блин, я вроде как уже тоже ее активировал. Как я этих зомбарей буду убивать? 10 токсиков я смогу убить в бункере Альфа. Ладно, зайдем в сезон. У нас есть такое событие, как Лунный Новый Год. Здесь можно выполнить сколько ритуалов. Проведите ритуалов одну штуку, вот, желтеньким написано. Так что мы можем забрать вот эти схемы оружейного модуля на халяву, просто один раз, наверное, убить босса, Ниана призвать. Я так подозреваю, это необходимо будет просто сделать. Постараемся сейчас это и провернуть. Посмотрим, что меня ждет. Мне сейчас очень стыдно за то, что... Сейчас, наверное, либо второе, либо третье число. А третьего числа последний день, когда можно выбрать победителей для пропуска. Ой, не пропуска, а этого сезона. Через 2 часа 11 минут обновится задание. Фабрика через один день, один час. Ну-ка, заброшенная фабрика, покажи-ка мне, что у тебя там есть. Потом к Ниану прогуляйся, хотя к Ниану было бы сразу лучше. Ну блин, так много зомбарей уничтожить на фабрике, это же просто дичь лютейшая. Ну посмотрим, может что-то мне позволит все-таки сделать. Я зачем-то туда сразу бегу, не взяв с собой транзисторы. Я просто гений. Хотя зачем мне транзисторы, если я уже был там и забрал лут оттуда. Но зомбарей здесь ни хрена нет. Я не смогу здесь ничего открыть. В этом весь минус. Как бы все комнаты закрыты. То есть, чтобы выполнить дневник выжившего, надо еще и акт параллельно проходить. Я-то думал, что займусь только дневником выжившего, и после того, как закончится дневник, я пойду дальше акт проходить. Но оказалось, оно так не работает. Минус одно задание я явно за сутки не успею выполнить, потому что она еще не успеет обновиться, чтобы я выполнил это задание. Потом, ладно, старая ферма и бункер я еще смогу успеть сделать. В итоге минус 20 очков, надо будет это запомнить. Отправляемся сегодня, так уж и быть, за тремя обычными схемами. Посмотрим, что мне достанется. Я думаю, прям сразу же можно будет призывать Ниана. Ну или сначала выполнить задание. Мы как-никак на основе уже бегали. И все получилось. Правда, нас заставит нехило помотаться по всей глобальной карте, но так уж и быть. Здравствуй. Приветствую тебя, воин. Надеюсь, ты уже поел. Нас ждет великое сражение. Ниан, злой дух, вернулся. Я точно это знаю. Я ждал этого часа. Мои воины готовы дать ему отпор. Слышите, мы здесь не одни. Должно быть, Ниан уже здесь. Стойку. Опа. Я вам сейчас помогу, как могу. Нет, я, пожалуй, помогать не буду. Вы слишком мало ему сносите, и я тоже мало. Довольно. Всем вернуться в строй. У вас... Знаете, что один испарился? Давай, с тобой поболтать надо. Мы должны отправиться на поиски Ниана. Тебе же тоже стоит подготовиться. Это будет славная битва. Понял. Я оставил здесь древний артефакт, он был выкован с одной целью, сразить Ниана. Это, походу, будет Гуэньдао, как у них, который будет там ему сносить один хп. Ладно, шучу. Здесь у нас старец, одинокий. Когда человек трудолюбив, то и земля ему. Что? Не лениться. Так, пес не должен голодать, он будет рад отведать сырого мяса. Рис вкусный, но и работа в поле трудна. Вырасти свое урожай, заслужи свою плюшку риса. Мы заметили воинов в сосновом бору. Разберитесь с ними сейчас, чтобы они не застали нас врасплох. Ладно. Сейчас быстренько здесь пробежимся. Это печь, чтобы из риса все готовить. Здесь в сундучке
Я так полагаю, мне дадут вот эти все плюшки. Сейчас просто быстренько распределяем, закидываем. Распределяем, закидываем. Оно будет готовиться, пока мы будем остальные задания выполнять. Накормить собаку в тайном саду, вырастить рис на полях тайного сада. Накормить мне нужно 5 мяса. Это, соответственно, надо будет через базу пробежать. Здесь я участие принимать не буду. Она будет призывать этих всяких дзянши или кто они там. Их надо будет быстрее убивать, чем она. И в итоге я просто с холодным оружием не осилю вообще. Крыши домов проблескивают на восходе солнца. Такая ли уж тихая эта обитель. Отправляемся в тихую обитель. Будем выполнять задание. Я теперь жалею, что акт не проходил. И получается, акт немножко связан с дневником выжившего. Обидно реально. Жуть. Печалька. Если хоть что-нибудь, что ты действительно умеешь, зомбари уничтожать, монтировку скрафтил, ей буду нагибать. Правда, у меня есть еще кувалда с гуманитарного груза. Возможно, она мне все-таки понадобится. Буду сейчас зомбарей убивать. Запустить фейерверки, срубить мертвые деревья. Ну, топорик я с собой взял на всякий случай. И не прогадал на самом деле. Так, я вижу, там еще дерево было. Вот, вылазит дзянши. Сразу бежит к нам. Вот первое дерево. Так, огненный дождь. Это фейерверк на крышах запускать. Так, вот. Первый. Сейчас посмотрим, что где. Ты кто? Ты у нас зомби-воин. Угу, вон там как раз толстяк. Я его с кувалды больше, чем наполовину продамажу. Такие простенькие задания. Блин. О, я знаю, как сделаю. Короче, последний день. 3 февраля можно будет розыгрыш провести. Но там награды такие, что не получится реализовать, да? Что там по розыгрышу? Пак, Лунар Пак. Так, если я зайду в магазин, это лунный набор. Что здесь такого? Один день, 5 часов осталось. Возможно, бы дали фрукты в карамели, один день, 5 часов. Сам Ниан у нас до 3 числа, да? Простите меня. Я хотел розыгрыш провести, но не сделал. Поднимаемся наверх. Здесь фейерверки. Хлобысик. Воу-воу-воу-воу. Спасибо. А, я понял. Список заданий мне мешает играть. Сяду. И спустились. Дамаг. И добиваем этого хипстера, хип-хопера. Вжух. Обидно. Весь день думал об этом. Урон не нанесся. Ля, извиняюсь. Надо быть внимательнее в следующий раз. Запустить фейерверки еще осталось. Чуть-чуть. Так, идем сюда. Последний. Здесь у нас награда есть. Это предсказание. Если пророчество вам не по вкусу, откройте другое печенье. Несметные богатства падут под ноги тому, кто не испугается темного леса. Интересно, что за темный лес? Это не тот, что с ведьмой. Или тот самый как раз таки. Я хотел скрытую атаку сделать, но не получилось, не протонуло.
Другой мешал. А, ну, логично. Я садился, он меня поднимал. Тоже неверно, да? Так. Это второе дерево. Нужно найти первое. Это два подъема. Здесь забрал. Я, походу, все пропустил. Мне нужно в этот идти. На ошибках учится. Я не буду останавливаться, заново перепроходить. Ну, накосячил я. С дневником выжившего я не знал, что нужно было проходить. Печалька, конечно. Поговорить с Мэйпэй. Я, блин, мне кажется, не все награды даже забрал. Вот здесь. Контейнер есть. Все. О, прикольно. Еще немножко дали. И при этом факел даже есть. И вот теперь я, наверное, все забрал. Могу идти с Мэйпэем говорить. Только спуститься с небес на землю надо. А это, наверное, отсюда. Ага, здравствуйте. Я удивлен, что тебе это удалось. Поговорили. Миссия завершена. Все. Он дает нам шкатулку. В секретном отделении шкатулки нередко встречаются лакомства для... для подношения Ниану. Спасибо. О, карамельку дали. И что мне делать, как мне быть, как с мозгами мне дружить? О, гуманитарный грузик появился. Побежали. Залутаем сейчас его. Может, лишь мяска нафармить успею. Блин, целых два задания профукать. Это звездец. Это 50 очков. Это вот спокойно можно было бы... Надо запомнить эти 50 очков, вдруг реально этого и не хватит, чтобы получить дополнительный уровень. Ну, вообще, я понимаю, что невозможно полностью пройти вот до конца, вот до 60 уровня, выполняя обычные задания. Именно поэтому нам необходимо вообще, по идее, просто-напросто каждый день выполнять все задания и максимум забрать. Ну, может быть, до 55-го. Уровня можно будет дойти, но я в этом сомневаюсь. Сейчас 60 очков требуется для поднятия уровня. Я надеюсь, что до зеленого лазера хотя бы дойду. Про записки я уже молчу. А так на халяву можно было бы в полной версии за счет дополнительных заданий. Вы бы легко бы дошли, наверное, до 60 уровня. И при этом еще могли бы забить на задания и не выполнять их. Потому что... за само выполнение заданий вам бы плюшки не давали. Ну, блин, спаситель прям какой-то, а не волчара. Помощник. Прям сразу Бакуган вспоминаю. Когда какой-нибудь злодей наносит свой последний удар, и Бакуган выскакивает, перегораживает, там, не знаю, своего хозяина, например. От попадания снаряда. Да ё-моё, ещё здесь не срубить. Давай, чем порадуешь? Колесом, может быть, а? А? Надо посмотреть, кстати, колесо отсюда падает или нет. Нет, не надо. Подшипник забрать, это съесть и выкинуть. Пластина тоже не нужна. Пока. О, а здесь могут нехилые мяска дать. Мбап, о, импульс. Импульс, импульс. Ну блин, один хп так сносить с кувалды, ужас. Отвратительно. Еще и вот так вот добивать наших ребят. Еще одно мясо. И будет очень хорошо, но мне нужен для этого волк. А тут, наверное, больше одного волка нет. Да? Зато есть токсичные зомби. Чувствую себя невезучим человеком.
Да ё-моё, ещё присесть забыл. Как я неактивный в ночное время. Замечаю, даже если я далеко. Та-та-та. Деревья порублю. Вау, Алекс. И смотрите, это второй бот с такой вот кавычкой. За что за альянс так такой? Прикольный. А, еще топор есть. Все круто. Нам базу прокачивать надо. Ресурсов требуется немерено. Или подождать, когда уже волк появится. Нет, до свидания. Не вариант тратить мачете. За торговца спасибо. 114 энергия. Если мне сейчас удастся Ниана призвать, то зачем мне потом бежать тратить энергию на этого? На Ниана. Так что сначала сюда. Блин, а с мясом как решать-то? Там же животное не бегает, чтобы можно было бы убить. Даже не знаю. Здесь просто ящик, здесь подношение Ниану. Такие, опа, отдали. 50 очей, опа, кумкват, здравствуйте, в бой. Я готов тебе наказать. Прибегай ко мне. Ой-ой-ой. Все, бесился? Давай, кто кого? Я тебя, наверное, да? Один ритуал, по сути дела, провели. Сможем забрать награду. Все, я тебя отпускаю. Награда ждет нас в сундуке. Прикольно. Вот дали бы лучше сырое мясо, чем такое. Так. Все. В сосновом бору нужно. Понятно. Так. Арена. Блин, интересно, но за короткий срок нужно было кучу всего, оказывается, сделать. Арена у нас просуществовала всего 3 дня, и при этом... А, одного босса убить. Мы получим 20 болтов, 3 босса. Пружины, 5 боссов, 10 пластика. 8 боссов, 10 линз. 11 боссов, карбон. Жесть. Всего 15 боссов убить, и папка с редкими схемами. Тоже себе. Еще 4 часа осталось. Да реально, если задание не получается выполнить. Дневника выжишу. Ну, отжигать тогда в сезоне будем, наверное, так. Пес не должен страдать, да. Кумкват не съешь, наверное. Так, а чем могу... О, эти могу пожертвовать. Песик, на 4 мяса. Кушай, кушай. А, тебе просто 4 не отдашь. Жалко. Здесь не сложить. Ну, я на самом деле здесь получил схемы и все. Могу довольствоваться тем, что есть. Мне большего не надо, да? Ну, давай посмотрим, проверим. Газовый баллон. Ну, блин, это, конечно, все хорошо. Там еще тактический рюкзак. Если бы играл гораздо активнее, больше часов, то можно было бы. А так, увы, никак. Попробовать пойти на арену. Линзы очень крутая штука, мне понадобится для модификации. Точнее, у меня уже есть модификации, куда я смогу линзы запихнуть. Потом пружины, что там, карбон, если не ошибаюсь, есть еще, да?
5 карбона, а если до папки с редкими схемами дойти, то это ужас. Дичайший будет. Так, покажи, что у меня. Энергия, да? Все замечательно, я согласен. Так, а как вам идея? Вот сейчас давайте взглянем на дневник выжившего. У него, если не ошибаюсь, осталось 7 дней. Вот если я зайду, открою дневник, то здесь вот пишет, осталось 7 дней 23 часа. А что насчет того, что сделать неделю стримов? То есть каждый день я просто буду запускать стрим на часика-два, где буду выполнять задание дневника выжившего. Как вам такая идея? Лишнее скинул. Здесь сейчас докидаю. Кувалды получили еще. Прикольно. Хотя вот это вот я зачем с собой взял, а? Гений этой игры. Здесь на переработку ничего. Блин. Воинские ботинки, которые не знаю куда даже девать. Гуаньдао. Это хорошее оружие для дамага. 50... Ну, что-то среднее между разрушителем и кувалдой без модификации. Такие дела, да? Мяско. И здесь у нас все, что нужно. И переработки. Будем тратить оставшиеся мачете и... Она отправим все-таки на переработку шкуру. И вообще было бы неплохо в бункер Альфа пойти. Или в бункер Альфа можно завтра. У меня сейчас два видоса выходит. Так, энергия, получается, восстановил. Сейчас я... должен буду еще кожу забрать. Так, а как-нибудь... Что мне может вообще понадобиться на арене? Первого босса, я думаю, осилим с монтировки. Я думаю, так, да? Дальше. М-ку катану возьму. Это. И все. Больше я ни на что не буду способен. Броню надо взять. Так, необходимо промодифицировать М-16. Я на всякий случай ее возьму, чтобы по максимуму пройти. С другой стороны, знаете, что хочется? Взять все, что у меня есть, и пойти слить в арене, чтобы максимум наград забрать. Осилю, не осилю, это уже другой вопрос. Еще М16 брать. Холодного оружия, как видите, вообще ни хрена нет у меня. ДМ-ки могут, конечно, помочь. Это вложить в модификации ресурсы. Так, сейчас сюда. Побежали. На что я способен на арене? О, еще и холодно. Здорово, кадр, а я Карл. Ой, Карл, здорово, я кадр. В интерьере наносит на 30 больше урона. Полный комплект брони рейдера снижает получаемый вами урон на 15%. Оружие Генезиса наносит на 30% больше урона. Полный комплект кевларовой брони снижает получаемый вами урон на 10%. Агазарк 7 наносит на 50% больше урона. Полный комплект спецвойск снижает получаемый вами урон на 40%. Так. Это, конечно, все прикольно. Здесь что? Здесь просто ящики. Интересно. Сильно ли это влияет? Опасный билд, здравствуй. Допустим, у меня есть монтировка. О, ты, мне кажется, будешь... А,
А, я понял, ему не надо позволять стоять там. Это жесть. Его надо реально нормально ломать. Так, побежали в другую сторону. По 10. Он извращуга. 4, 5, 6, 7. То есть 5 ударов я успеваю сделать. Раз, два, три, четыре, пять. И мне кажется, он все-таки поможет, кого будет призывать. Да ёкарный бабай, чувствуется, что он плюнуть хочет. И чисто плевками атакует. Мне же 1000 хп, что, помощника вызывать будешь? А, он плевать хочет. Нет, не хочет, странно бегает. Броню вроде и ломает, а вроде и нет. Не, я понимаю. Опа, звуки какой-то лягушки. Звездец, мазохизм какой-то. Иди сюда. Заколебало. Хватит плеваться. Он себе хп не восстанавливает, а теперь стал восстанавливать. Так, что за комбо? Он явно плюнуть хочет. Не, отойди сюда. Давай сюда. Не успеваю среагировать. 18 вместо 30. Не, я не хочу здесь даже пробовать. Судя по всему, здесь только... Понимаю. Здесь только тем, что рекомендуют для его убийства. Например, калашников. Вроде как, да? Так, плевать не хочет. Так, давай сюда. Как ты бежишь? Оружие сломалось. Катана в... Катана в помощь. Да, плевать хотел. Обалдеть. Просто раздел меня сразу и все. Первый босс. И это все ради болтов? Все ради болтов. Ёк-макарёк. Винторез. Против него винторез надо. Здесь генезис. Все остальное оружие по факту будет совсем другое, неподходящее. Я даже время не хочу тратить. Ради болтов, да? Убить, получается, каждого первого уровня, и я получу 10 пружин. Я думал, ради пластика туда пойду. Я думал, типа, все легко будет, все простенько, но... Я даже не готов вкалывать. Вырублю лес и пойду. Давайте посмотрим, что мне достанется с этих схем оружейного модуля. Будет ли первая повторка в игре? Стальная рукоять, ну хотя бы так. Ручка и глушитель. И на этом спасибо. Так скажем, сходили на разведку. Поняли, что это не наше, и будем валить с Локи. Да... Вот такая вот интересная серия, конечно, получилась. Я даже не знаю, что сказать.
подстава со стороны Акта я вообще не ожидал. Я думал, будет все ок. Но, как оказалось, Акт надо тоже проходить. Я это уже говорил. Ой, не туда. Не туда. А, по сезону я уже могу забрать задание за... Ой, награды за 38 уровень. Забираю. Дальше у меня вот такой вот потрошитель. Мины 3 штуки. Вот с помощью пропуска могу колесо, получается, получить себе необходимое, да? Эх, ладно, в календаре в будущем нас ждет, получается, собаковод. Сейчас выполняется. Давайте взглянем на щенков, которые у меня здесь растут. Может, кого-то смогу порадовать. Через 2 часа 5-6 монеток. Ладно, не буду рисковать. Буду ждать, когда откатится ферма. В бункер Альфа я уже как-то не хочу бежать. Бункер пройду тогда уж, так уж быть, на видосике. Второй, третий этаж отдельно. Или третий этаж плюс слепой охотник. Наверное, все-таки отдельно. А слепой охотник уже будет с контейнерами и всем остальным. Я даже не знаю, что сказать. Просто пишите свое мнение в комментариях по заданиям. Ну, блин, реально, я, получается, пока что одно задание только пропущу. Двадцать зомби на фабрике. И это все из-за того, что я хотел пройти только дневник выжившего. Рука-лицо. Но остальные задания выполнены, кроме одного задания, где нужно просто скрафтить генератор и посетить вышку. Хотя можно сейчас на разведку, конечно, сбегать. Но я хочу уже с чоппером туда и с целым генератором прикатить. Ладно, пойду лучше видосики монтировать, чем в игрушку играть. Да. Всем пока. Спасибо за просмотр. С вами был я, Одер. Пока-пока. Oh dear.